В рамках своего визита в Карелию министр спорта России Павел Колобков побывал на спортивных объектах Петрозаводска. Он посмотрел уличные тренажеры на набережной Онежского озера и даже лично протестировал один из них, а именно жим лежа. В зависимости от удобства положения. Легкие. В спортивном комплексе «Курган» гостю показали экспозицию Музея славы карельского спорта. Здесь хранятся лыжи Федора Терентьева, соревновательный комбинезон Ларисы Лазутиной, личные вещи, медали и кубки известных карельских спортсменов. Глава российского Минспорта понаблюдал за тренировками юных воспитанников и возложил цветы к памятнику лыжнику Федору Терентьеву. Перспективы развития спортивного комплекса «Луми» отметил его директор Василий Филин. Это и создание конькобежной дорожки с искусственным льдом, строительство трибун, парковки для посетителей. Объект будет финансироваться из средств федерального проекта «Спорт. Норма жизни». Ориентировочная стоимость – порядка 260 миллионов рублей. Работы планируется начать в 2021 году. Как сообщил министр спорта, по этому федеральному проекту и федеральной целевой программе Карелии выделят около 1,5 миллиарда рублей. Об этом речь зашла во время осмотра стадиона «Спартак». Он рассчитан на 14,5 тысяч зрителей, но сегодня используется только восточная трибуна. Она вмещает 3,5 тысячи человек. У республиканского Минспорта есть план реконструкции объекта. Федеральный центр готов поддержать республику финансово, но сначала необходимо решить организационные вопросы. Конечно, вы сами прекрасно понимаете, что он нуждается в такой не просто серьезной реконструкции, может быть, даже развитие этой территории. Территория позволяет тут, в принципе, построить и футбольный манеж, кстати говоря, который запланирован у нас по нашему федеральному проекту, и легкоатлетическому манежу. Вот. Здесь играет команда любительской лиги, по сути, базовая для Карелии. Поэтому, конечно, здесь надо очень серьезно подумать, как нам решить все вопросы юридические, финансовые и организационные. Также Павел Колобков посетил центр гимнастики. Сейчас в нем занимается порядка 600 детей. В целом глава российского Минспорта отметил, Карелия достаточно хорошо обеспечена спортивными объектами. На сегодня это порядка 60%. Это один из самых высоких показателей в стране.